26 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошел баскетбольный турнир, посвященный 75-летию атомной промышленности. В соревнованиях приняли участие 4 команды юношей от 2006 года рождения. Из Десногорска, Рославля и 2 команды из Смоленска. Десногорская «Динамо Росатом» добилась уверенных побед над командами соперников и стала победителем турнира. Лучший игрок – Иван Косенков, MVP – Никита Масальцев. Участниками турнира стали и девушки. Представительницы «Динамо Росатом» уверенно обыграли Заднепровье и Смоленска. Лучшей в составе десногорской команды стала Дарья Дровкова.